Вы знаете, кто там, перестановки какие, я доверяю. Раз там идет движение, значит, стараются, работают. А как? Ну, конкуренция там, наверное, какая-то там. Неэффективный. Давайте практичного, эффективного поставим. Как и везде. Даже воспитатель детского садика может быть неэффективным. Не успевает он что-то вот делать, там кашу на стол ставить. Его можно заменить. Вот.